Здравствуйте. А, вы, да? Да. А я ее только помыла, и грязная, она вся там, что у нее было. И замерзшая, намерзшая. Я ее не всю. Я ее обмыла, не видите. Вот. Не бойся, не бойся. Что сказать, друзья? Сначала поступил звонок, что двое суток в подвале лежит кошка, ползает на передних лапах, и что туда заходят бездомные собаки, которые могут ее разорвать. Кошечка у нас на компьютерной томографии позвоночного столба с травмой позвоночника. Вот сейчас будем делать компьютерную томографию с миографией и смотреть, насколько у нас там выраженные изменения. Насколько сильная травма. В общем, ГБЧ я не вижу, чтобы была у нее. Но рефлексы, подтягивания очень хорошие. То, что опирается на лапу, это тоже неплохо. Сегодня проводилась компьютерная томография с контрастом, по результатам которого наблюдается перелом позвоночника в поясничном отделе между третьим и четвертым позвонком. Контраст в данной области не проходит. Друзья, так же, как и Криста, лечение и массажи, и уход получают и остальные наши спинальники. Ребята, это очень трудный и очень тяжелый уход. Не каждый на это согласится. Мы можем спасать вот сейчас 5 спинальников. Кто-то может больше. Я в ноги кланяюсь этим людям. Но, к сожалению, моих сил хватает только на этих малышей. 5, ребята, 5 тяжелых инвалидов. Весной сейчас, когда немножечко вода прогреется, в конце мая, начало июня, Брюс начнет плавать так, как плавал раньше. Я очень жду это тепло, ребята. Брюс уже хорошо стоит и делает 2-3 шага. Я очень надеюсь, что следующие заплывы все лето помогут ему окрепнуть, и он начнет хоть чуть-чуть, но передвигаться. Ребята, это жизнь наших спинальников. Мы делаем, как можем, насколько у нас хватает души, сердца и возможностей. Мы будем вам благодарны за любую помощь и отклик для наших спинальников, потому что они у нас, к сожалению, на всю жизнь. Кому сколько Бог отмерил, мы не знаем. Но малыши у нас на всю жизнь. И я буду очень, очень вам благодарна, если вы останетесь с нами. Век животных недолог, век инвалидов вдвое короче. Искренне с вами, лохматая душа.